Ты сейчас должен назад и по траверсе наискосок подняться. Вот так вот. Назад и по траверсе наискосок. А черепахи нету, да? Есть. Есть? Это бутылки были, не лёд. А, блядь, нет, нахуй стёкла. Пиздец. Аккуратно, аккуратно. Цепь слетела. Там через поле, когда проезжал, такие каналы, блядь, там я поднимаюсь, ноги ароматизируются классно, но по рукам амортизатор вообще бьет, бля, вообще, мне чувствую, что тут мозоль нахуй будет. От ударов просто вот это. Ручка вставала, тут не сработает, не то, что там, бля. Ну давай. Давай, по прямой. По прямой, да? Да. Но именно только тут на баланс. Да, старайся.
Съехал так красиво. А? Так красиво съехал и тут прям решил прилечь. Так я заворачивал на льду, бля, и оно игло, понимаешь. Там нормально, кстати, трасса. Не, сегодня полегче. Да? Ну, на баланс, в принципе, нормально у тебя, я вижу, уже. Ну, я просто постоянно со старыми знаниями и налаживается. Тут сейчас вот, видишь, разровняли. Раньше было просто интересно, посередине были такие канавки. Я дома посмотрел, есть такие колеса, блядь. Я на поле кинул и буду тренироваться. Ну, скорее всего, на этой неделе. Не на этой, на следующей неделе, потому что на этой, блядь, уже расписано, надо этой хуйней еще позаниматься. И тренироваться, чтобы не бояться. Нет, ни хера ничего. Я держал руль, блядь. Ну, вообще никого. Валишь просто, там первый будешь, надо. Сейчас я захожу, вот ты не закажешь. Что? Захожу это. Бок нахуй. Нихуя не робишь, блядь. Я, ну, блядь. Тиктоки. Я еду, а там яма, блядь, пол колеса, нахуй, блядь. Ты потормозил, а я нихуя. Покажешь видео потом. Смотри, не выкидывай никуда. Сейчас слетело, а потом пропало полностью все это подсветка. И нихера, вот сейчас проверю, никуда не хотел. А вот все, заработал. Что за хуйня? А, контакт, наверное, на аккумуляторе отошел. Может быть. Не брать. Слабки. Моща, блядь. Слетела цепь! Окей! Цепь! Подтянул ты цепь, наверное, да? Я не подтягивал. Я, блядь, на цепь. Надо, чтобы чуть-чуть было натянуто, меньше будет падать. Я раз натянул, блядь. Не так сильно, как ты тогда. Давай.
Говорил, Руслан, подтянь, не троху. Не даст разогнаться. Блин. Так хорошо едешь, вообще четко. Что? Так нормально едешь, так что ты уже попалась. Почти готов. Какое нормально? Какое нормально? Какое нормально? Я же еду. Нормально едешь. Ну баланс есть уже. Баланс? Сейчас сюда, чик-чик-чик. Короче, вот по ручью интереснее ехать. Ну да, по ручью интереснее. Блин. Ты же электрик. Заводи с лапки. Нейтралка. Четко? Бля, тебе она как по плечам дает. Тут уже больше не проедешь, наверное. Ну. Такой довольно серьезный. На гору эту подняться. На путь дома. Ну. С обратной стороны попробовать. Там уже ихи остались или нет. Стороны просто не кататься, просто с другой стороны съехать.
Это офигенная тренировка, поверь. Я знаю, я чувствую, блин. 15 секунд надо. Не останавливаться, держать ход. Я и на жопу максимально. Руль ровный. Да, здесь как кривило, блядь. Смотри, тут. Правую часть. По сравнению с левой. Да я вижу. Руль ровный, нормально. Я видел. Так. Что? Железка. Защита на это. Не знаю. Миллион. Я пиздец. Там было красиво. Я когда щелкнул на цепь, я понял, что что-то не то. Она могла отвалиться чуть раньше. Упал, еще видел, потом попал. А, значит где-то тут?